Мероприятие организовал молодежный центр «21 век» совместно с Анапским центром медицинской профилактики. В одном из дворов третьего микрорайона развернулся настоящий спортивный праздник. Дети приняли участие в веселых конкурсах и эстафетах, проявляли себя в творчестве, наносили аквагрим. Здесь же разместился мобильный медицинский пост. Любой желающий мог пройти экспресс-исследование на смоке-лазере и тест на спирометре. Курильщикам рассказывали о вреде никотина и предлагали избавиться от вредной привычки путем обмена сигарет на яблоки. Курение очень сильно влияет на организм в целом, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний, заканчивая тем, что понижает иммунитет. Просто хотела сказать основное такое, что не только активное курение сейчас актуальная проблема является. Сейчас медики всего мира переживают за то, что очень сильно влияет на организм человека. Это пассивное курение, с чем мы, в принципе, и боремся. И стараемся донести до людей, которые курят, что они приносят вред не только своему организму, но и рядом окружающих их людей. Желающих проверить свое здоровье оказалось немало. Владимир – курильщик со стажем. С сигаретами не расстается уже более 40 лет. После прохождения экспресс-исследования решился окончательно бросить курить. Я прошел тестирование. Никто? Ну так, показания не смертельные, но я понял по рекомендации врачей, что лучше с этим делом заканчивать. Девчата ваши как бы попроще рассказали, более доступным языком, не медицинским, а таким житейским. Так что я решил, завтра я и не буду курить. Сегодня у всех курильщиков есть повод задуматься о здоровье и хотя бы в этот день отказаться от курения. А завтра уже окончательно решить продолжать отравлять свое здоровье или начать новую жизнь без табака. Ведь любой вредной привычке всегда найдется здоровая альтернатива.